Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу сделать, сварить суп, итальянский суп, зуппа Тоскана. У нас есть такой ресторан, и там его делают, очень вкусный. Вот что туда понадобится. Вот такая колбаска. Сейчас я ее достану. И эти такие колбасочки, мне нужно их выдавить на сковородку и все хорошенько пожарить. Вот уже я жарю колбаску. Ее надо, чтобы были такие маленькие кусочки, чтобы не были такие большие. Так, надо разминать. Она заправленная, пахнет так. Так, уже свою колбаску я вот пожарила, такие маленькие вот кусочки, и ее пока отставляем в сторонку. Так, затем прям в кастрюле этой я буду жарить лук на растительном масле. Уже добавила я сюда лук и буду жарить. И когда пожарится до золотистого цвета, я добавлю сюда давленый чеснок. Я уже его приготовила. Это мой сын заказал, чтобы сделала этот суп. Купил вчера колбаску, капусту. Ну, надо сделать. Меня все его любят. Я тоже люблю. Он такой очень вкусный. Хочу показать вот этот такой бульон. Я буду добавлять эти две баночки в этот суп. Пока у меня жарится лук, я сейчас его открою и приготовлю, чтобы он был мне уже готов. Так, уже добавляю я чеснок. Уже мой лук. Вот такой золотистый. И добавлю чеснок. Немножко поджарится. И буду вливать. Меньше огонь надо. Вот такой бульон. Вливаю сюда. И еще добавляю воду. Добавила воды и сейчас буду добавлять картошку. Вот уже я нарезала ее. Именно когда я делаю такой обычный суп, то я картошку режу кубиками. А в этом супе, она в ресторане, именно идет вот такими дольками и не почищена. Так, с такой красной скорлупой этой. Корочкой. И теперь жду, когда сварится картошка. Я накрою, пускай закипает и варится. Пока картошка закипает, вот такая капуста понадобится в тот суп. Вот, я не знаю, как она называется на русском. И мне надо ее вот так оторвать. Вот. От этих таких палочек, чтобы не было в супе. Вот уже я капусту порезала на такие кусочки. Я буду смотреть, может быть, это много. Буду смотреть. Вот уже кипит моя картошка. Это я показываю, потому что когда я делала тот суп, такой у меня на канале есть, то мне говорят, что я забросила все сразу, и мясо, и картошку, и лапшу, все подряд. Ну, я стараюсь, чтобы видео как бы не было длинное, то я показала, что картошка закипела, потом она сварилась, я же не буду снимать видео 20 минут, как варится картошка. Но это сейчас я показываю, это она варится, я жду, пока она сварится, потом буду добавлять все остальное. Так, картошка уже у меня сварилась. Вот она уже готовая. И добавляю я уже
свою колбаску, которую я обжаривала заранее. Добавляем сюда. Уже добавила я колбаску. Вот. И еще в этот суп нужно жареный бекон, или как правильно. Но я покупаю вот такой готовый. Ой, не видно же. Нужно вот такой бекон. Можно брать по рецепту, оно идет на... Нужно жарить его. Но я покупаю вот такой готовый, уже жареный. Мне так лучше, удобно. И вот я добавляю один кап, один стакан. Сюда тоже. И пускай немножко покипит. Уже минутки 2-3 покипел мой суп. И я добавляю уже капусту сюда. Супчик мой кипит с капустой. Вот такой он. И еще добавляю вот сливки. Один стакан. Я померяю этой меркой такой своей. И выливаю сюда. Все, перемешиваю. Еще нужно попробовать, какой он на соль. Например, я добавила немножко соли и черного перца. Приправы здесь есть, потому что идут приправы вместе с колбасой. И он издает такой очень вкусный такой запах. Благодаря той колбаске такой. Все, еще надо, чтобы он вместе закипел вместе со сливками. Я добавлю немножко. Я думала, что будет много капусты, но я добавила всю капусту. У меня было две вязочки, два пучка таких, то у меня она вся пошла. Все, друзья, супчик мой готов. Я его накрою. Плиту я уже отключила. И пускай так стоит. Когда я забросила капусту и сливки, ну, может быть, минутки 5 он покипел. И все. И супчик готов. Вот такой супчик, друзья, получился. Очень вкусный. Еще сверху можно добавить сыр пармезан. Вот еще немножко такого сыра я добавлю. Это уже так, тарелочку. И супчик наш готов. Всем приятного аппетита. Готовьте любимым, готовьте с любовью. Всем пока-пока.